Казахстанский боксер Айдар Шарибаев вернулся на родину. В аэропорту Алматы его встречали поклонники, друзья и родные. 3 ноября в США спортсмен одержал победу нокаутом в бою с колумбийцем Дауласом Прескотом. Впечатлениями от победы Айдар поделился с моими коллегами. Суровость, с которой он крушит соперников, осталась в пределах ринга. При виде поклонников и родных Айдар радостно и удивленно улыбается. Группа поддержки, около 50 человек, приехала встречать любимого спортсмена ночью. Конечно, я был уверен в своих силах, но все же думал, что бой продлится дольше. Все решил один удар. Теперь немного отдохну и снова приступлю к тренировкам. Долго отсиживаться без боя не хочу. Около 4 месяцев Айдар провел на учебно-тренировочных сборах в Майами. После неожиданной отмены боя с колумбийцем Карлосом Падильей спортсмен встретился с его соотечественником Даулисом Прескотом. На такую быструю победу не рассчитывал ни сам спортсмен, ни его фанаты. Не ожидал. Но верил в то, что Айдар победит. Айдар очень целеустремленный человек. Я верю в Айдара, потому что знаю его с самого детства. Знаю его как человека целеустремленного и никогда не унывающего. Теперь в активе молодого бойца 7 побед, 6 из них нокаутом и ни одного поражения. Техникой и тактикой Айдара Шарибаева заинтересовались американские телевизионные гиганты HBO и ESPN, суммарная аудитория которых свыше 130 миллионов зрителей во всем мире. Сейчас с ними ведутся переговоры о трансляции будущих поединков казахстанца. Полина Чехичина, Кенжи Амраев, Алматы, Хабар 24.